Веселый и полезный досуг ждет саровчан от мала до велика на протяжении всего лета. 27 мая стартовала программа «Каникулы в художественной галерее». Каждый будний день в 12:00 в учреждении будет работать творческая мастерская. Даже если ваши дети приезжают только на неделю в Саров погостить у бабушек, у дедушек, то за неделю вы как раз можете сделать 5 новых работ, познакомиться с новыми друзьями, поработать творчески здесь, в художественной галерее, и посмотреть выставки. Каждую среду гостей будет ждать интерактивная программа. Особенно интересна она будет тем, кто впервые посещает художественную галерею. Сотрудники расскажут детям о картинах, побеседуют на тему искусства. На творческой мастерской дети смогут сделать работу, посвященную лету. Ежедневно в 14:00 сотрудники художественной галереи будут проводить экскурсии по 4 обновленным выставкам. Мы не забыли о старших, потому что каникулы у нас не только о малышах. И вот, пожалуй, впервые мы именно в этом году, в это лето, выставляем в программу еще и наши творческие мастерские для старшеклассников, для обладателей Пушкинской карты, для детей и уже студентов от 14 до 22 лет. Каждый день в 15 часов будет идти творческая мастерская повышенного уровня сложности, специально которую мы приготовили для ребят, которые уже имеют более серьезные навыки в конструировании, в рисовании. Там мы практически ничего не клеим, но вот собираем вместе работу. На экскурсии можно приходить в свободном режиме. На творческие мастер-классы лучше записаться заранее. Каждый месяц программа будет меняться. Познакомиться с расписанием каникул в художественной галерее можно в официальной группе учреждения во ВКонтакте. Дарья Козина, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24.